В овальном зале администрации области в честь Дня российской науки состоялось вручение наград губернатору группе ученых и преподавателей САФУ. Всего в Северном Арктическом университете работают 689 кандидатов и 116 докторов наук. Семерым из них, защитившим докторский в минувшем году, сегодня вручались благодарности от имени главы Архангельской области. Аспирантура вообще САФУ сегодня самая крупная аспирантура на северо-западе, на европейском севере России, скажем так, точнее, потому что есть Санкт-Петербург, порядка 300 специальностей. Поэтому сегодня Северный Арктический университет, он стал сосредоточением такой интеллектуальной мощи, вот как выразился у нас губернатор Архангельской области. В этот день также чествовали победители грантов ведущих фондов, поддерживающих развитие отечественной науки, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарно-научного фонда. Свидетельства вручены 38 победителям в Архангельской области. Это результаты конкурсов 2011-2012 годов. Большинство победителей – сотрудники САФУ. Свидетельство – это не просто признание значимости исследования, но и реальная финансовая поддержка. Средства были получены на проведение научно-практической региональной конференции «Региональная журналистика формирования культурных ценностей современной России». Средства уже освоены, мероприятие мы провели очень успешно. Этот проект позволил нам привлечь в Архангельск для участия в конференции крупных специалистов в области теории журналистики и в области связей с общественностью. В этом году средний размер гранта 200-300 тысяч рублей. Эти средства поступают на счет университета или организации для проведения научно-исследовательских работ, конференций или экспедиций. Гранты даются на реализацию проекта в течение 1 или 2 лет. Непременным условием предоставления средств является обязательство ученого опубликовать результаты исследований или сделать их общественным достоянием. Привязывает к тому, что нужно начинать писать докторскую. Понятно, что эта научно-исследовательская работа уже будет носить систематический характер и постоянный, и полагается написание монографии, что тебя дисциплинирует и мобилизует. В этом году общая сумма грантов, полученная САФУ, значительно больше, чем в прошлом. Это неудивительно, ведь после слияния двух крупных вузов, АГТУ и ПГУ, 90% аспирантов, более 60 кандидатов и почти половина всех докторов наук Архангельской области работают в стенах самого северного федерального вуза страны. Но, как отметил доцент САФУ Василий Матонин, дело не только в деньгах. Грант – это свидетельство общественной, социальной востребованности нашей с вами работы. Это очень важно. Важно, когда занимаешься той или иной деятельностью, сознавать, что она нужна. Елена Сергеенкова, Петр Меньшиков, Артем Юдин, медиа-центр САФУ, Арктический мост.